Отличный вечер, дорогая. Хорошо посидели, правда? Угу. Я рассчитаюсь? Ты рассчитаешься? Да такое возможно только в параллельной вселенной. В параллельной вселенной, где всех волнует эстрада 90-х. Дорогая, ты выйдешь за меня? Малежик пропал. В параллельной вселенной, где интернет-реклама появилась и в реальной жизни. Казино X сошло с ума и отменило все лимиты на выплаты. Салат Цезарь, пожалуйста. И ты что-нибудь будешь? Вулкан. Сиськи! И глиссе. В параллельной вселенной, где все врачи. В зале есть врач? Я врач. Я тоже врач. В параллельной вселенной, где вместо валентинок дарит реальное сердце. Дорогая, с днем святого Валентина. Ой, говядина! В параллельной вселенной, где все подписчики Ивангая старше 13 лет скинулись ему по рублю. Слышала, Ивангай на 23 рубля разбогател. В параллельной вселенной, где все женщины-вампиры. А давай я тебя со своей мамой познакомлю. Ну, чувствую, вы у меня крови попьете. В параллельной вселенной, где перелом передается воздушно-капельным путем. Кажется, я руку сломал. В зале есть врач? Я врач. В параллельной вселенной, где секс на первом свидании в общественном месте – это нормально. Жаль, что у нас второе свидание. Так бы чпокнулись. В параллельной вселенной, где Россия стала чемпионом мира по футболу. Ха, шучу, нет такой вселенной. В параллельной вселенной, где песни Кая Метова пьянят. Position number one. Именно, это копьяна. В параллельной вселенной, где официант получает больше Кокорина. Официант! Извините, у нас нет официантов, можем только Кокорина позвать. В параллельной вселенной, где религия призывает всех ходить голыми. Фу, ужас! Спокойно, я атеист. В параллельной вселенной, где все парни геи. Дорогая, я гей. Да, я знаю, только что сказали. В параллельной вселенной, где футбол смотрят тайком. Ситуация ворот правых, опасно! Что смотришь? О, моя одноклассница! В параллельной вселенной, где спартанцы – это напиток. Официант, 300 спартанцев, пожалуйста. В нашей вселенной. Отличный вечер, дорогая. Хорошо посидели, правда? Угу. Я рассчитаюсь? Не надо, я уже рассчитался. Пойдем. Быстрее идем. Эй, молодые люди, вы куда?